День памяти и скорби 22 июня в парке «Патриот» будут открыты главный храм Вооруженных сил Российской Федерации и музейный комплекс «Дорога памяти». Стоит отметить, что храм, высота которого вместе с крестом составляет 95 метров, построен на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Галерея «Дорога памяти» находится в храмовом комплексе. Ее длина в шагах 1418. Именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Галерея будет хранить фотографии и данные более 33 миллионов героев.